озеро Сонкуль. Это крупное высокогорное озеро, второе по величине в Кыргызстане, которое находится в Нарынской области, примерно в 280 километрах от Бишкека, на высоте 3000 метров в большой межгорной долине, ограниченной с севера хребтом Сонкульто и хребтом Молдото с юга. Озеро пресное и довольно глубокое. Максимальная глубина озера 14 метров. Примерно в середине ноября Сонкуль замерзает и оттаивает только к середине апреля. Местность вокруг озера весьма живописна, особенно в летний период. Сонкуль окружают невысокие холмы, за которыми проглядывают остроконечные пики и снега хребтов центрального Тяньшаня. Из-за большой высоты здесь совершенно отсутствуют деревья, так как растет в таких условиях только невысокая жесткая трава и многочисленные эдельвейсы. Хоть озеро и не очень велико в размерах, его берега довольно сильно отличаются друг от друга. Южные и восточные берега совсем пологие и в некоторых местах заболочены, тогда как северные и западные берега довольно крутые, и дорога, идущая вдоль озера, петляет по холмам, то резко вздымаясь над уровнем воды, то также резко опускаясь. Особенно приятно проехать по ней на велосипеде. Именно с западного берега открывается лучший вид на озеро. Сонкуль довольно трудодоступное место, а потому антропогенное влияние здесь сведено к минимуму. Лишь в летний период сюда прибывают кочевые стойбища из сел, расположенных в соседней Джумгальской долине и из Нарына. В остальное время долина Сонкуля абсолютно необитаема.